Богдан родился в апреле 2001 года. Будучи подростком, Богдан по-взрослому рассуждает и выглядит довольно мужественно, потому что старается воспитывать в себе эти качества и быть настоящим мужчиной в любой ситуации. Мой любимый предмет – физкультура. Я обожаю ее, потому что я спортсмен, и я увлекаюсь футболом, баскетболом. И в будущем хочу стать физруком, вести, преподавать у детей младших возрастов, и чтобы они были такими же самыми, как и я. А такими, как и ты, это какие? Ну, здоровыми, чтобы не пили, не курили, наркотики не употребляли. Как ты думаешь, почему люди пьют? Чтобы забыть что-то. А курят? Курят для удовольствия. Что еще можно делать для удовольствия вместо того, чтобы курить? В футбол пойти поиграть. Богдан любит слушать музыку, особенно рэп и тяжелый рок, но сам при этом поет в церковном хоре. Он обладает удивительным басом, именно поэтому его голос так востребован. А в отношениях между людьми что самое главное? Доброта и верность. Да, верность – это самое главное. Мальчик также рассуждал о том, какой должна быть семья. Не, я бы хотел, да, это классно, иметь семью, вот это все. Качества родителей потенциальные, которые могли бы тебя устроить, какими они должны быть? Ну, добрыми, заботливыми. Ну, как еще сказать, хорошими. Ну, чтоб не забывали про детей. Несмотря на то, что Богдан выглядит и рассуждает как взрослый, ему также нужны родители. Мы очень надеемся, что найдутся люди, которые захотят назвать мальчика своим сыном и оказывать ему поддержку, с которой идти по жизни будет гораздо проще.